Привет. У многих вызывает недоумение, что за виртуальный офис такой? Как это? Что это такое? И я вам сделала еще один ролик про виртуальный офис в нашей метавселенной Телеленд. Пожалуйста, просматривайте. И если будет интересна тема, все-таки заходите, смотрите, знакомьтесь и пользуйтесь теми возможностями, которые там есть. А их там миллион. До встречи. Добро пожаловать в офис будущего метавселенной Телеленд. Здесь все преграды и границы исчезают, а возможности становятся бесконечными. В виртуальном офисе вы можете проводить тренинги и обучение в новом формате. Забудьте о скучных классах и стереотипных презентациях. Виртуальная реальность позволяет вам погрузиться внутрь предмета и исследовать его изнутри. Взаимодействовать с любыми элементами и изучать новое с невероятной скоростью за счет полного погружения. Проведение встреч и презентаций никогда не были настолько увлекательными. Без необходимости собираться вместе физически вы можете встретиться с коллегами со всего мира. Вы можете также обсудить важные вопросы и принимать коллективные стратегические решения в режиме реального времени. Если вы работаете с международной командой над каким-то сложным проектом или стартапом, то теперь вы можете обмениваться идеями, вдохновлять друг друга в едином виртуальном пространстве. Трехмерные цифровые офисы создают атмосферу коллективного творчества, где каждый может найти свое место и внести свой вклад в успех команды. Ну и, конечно же, не стоит забывать об отдыхе и развлечениях. Вы можете закончить свой день увлекательной вечеринкой на крыше. Ваш виртуальный офис с легкостью обеспечит незабываемую атмосферу, где вы сможете отдохнуть, повеселиться и создать неповторимые впечатления и эмоции вместе с коллегами. Виртуальные офисы в метавселенной Телеленд – это больше, чем просто офисы для работы. Это платформа для новых возможностей, глобальных связей и непрерывного развития. Это место, где ваша работа превращается в захватывающее приключение. Добро пожаловать в офис будущего Телеленд!